Но однажды меня спросили, зачем ты хочешь стать вожатым? Зачем ты хочешь тратить свое время на детей? Алексею ответы на эти вопросы давно известны. В свои 15 он точно определил, что не хочет отдыхать в лагере, а мечтает там работать. Поэтому и решил поучаствовать в проекте «Профессиональный старт и точка отсчета», как и еще 24 школьника из разных уголков Алтайского края. Мне всегда, наверное, вдохновляли люди, которые называются вожатыми, потому что они с утра и до ночи, они постоянно заняты детьми. В нашем регионе это первый подобный конкурс. Ребята прошли несколько этапов обучения. Мастер-классы и образовательные курсы для них вели преподаватели педагогического университета и лучшие вожатые края. Любой ребенок, который мечтает работать с людьми, который хочет самореализоваться именно вот в социальной деятельности, может стать участником нашего конкурса. Многие ребята, вот участники этого конкурса, они попали на это поприще, на эту дорогу вожатства впервые. От теории к практике. Участники самостоятельно составляли игровые программы и проводили их. Но настоящей точкой отсчета стал этап, где конкурсанты прошли практику в роли помощников вожатых. Победителями станет не один человек, а сразу 10. Все они в следующем учебном году поедут в Орленок, где смогут не только продолжить свое обучение, но и попробовать себя в роли помощников вожатых Всероссийского детского центра. Елена Макаренко, София Кондратьева, Алексей Фризин. Наши новости.